Остальные четыре машины стали испытывать, из машины хотели сделать автомобиль для руководителей сельскохозяйственных предприятий. Но по итогам испытаний от машины отказались, а машина получилась сложная и дорогая в производстве. Вот эта машина помнит Леонида Ильича, его гостей на охоте. Практически нет никакой хроники, потому что завидовало закрытое место. Оттуда ни фотографии, ни хроники вообще получить невозможно. Вот такая вот история вот этой машины.